Приветик, не спящие все остальные любители так громко херачить наушники. Ой, так легче. Так. Где? Заткнись. О. Да, так лучше. Гораздо. Даже вот так сделаем. Лонгваги, есть русские. Ну, ладно, я не буду заставлять вас сегодня страдать, будете играть на русском. Автосейвы для слабых. Я сказал, для... Хрен с тобой. Так, почему-то закрутились, завертелись вентилятором. Мне это не нравится. Мне нужен мониторинг. Итак, прошло много времени, вышли какие-то апдейты, что-то там еще обновилось, понимаю. В общем, последний раз эту игру я играл в год ее выхода, то есть где-то в 20-м году получается. Я даже проверю по-быстрому. В 21-м году, 27 июля это было. Что ж, посмотрим, что изменилось за эти годы. Если тут, в принципе, хоть что-то изменилось. Продолжить не дают, но... Сюжет, не сюжет. Ну, сюжет, наверное, что ли. Какая разница. Вообще похер. Прям максимально. Так и напишем. Максимально. Ладно. Хорошо. Будут звать тебя так. Название группы, вот недавно я мониторю подписчиков, да, я такой, видел, подожди, чё? Какие 86 градусов? 53. Что происходит? Лимит феписов, понимаю. Обожаю эти игры на Unity. Конечно, нахер нам ограничение FPS вообще нужно? Зачем оно существует? Кому оно нахрен надо вообще? Подумаешь. Так вот. Значит, о чем я? Недавно листал, значит, свой телефон, и тут, смотрю, вылезает уведомление, у вас новый подписчик. Я долго ржал над его ником. Его ник был «Ядерная башка». Пожалуй, так и зафигачим. Почему-то прикольнуло. Отключение один нахер. Ой, обучение один нахер. Женщин, соперник. Будет мужик похер. Нормал. Не хочу нечестно играть. Так. Чего мы смотрим на заставку? А, понимаю. Ара. Ты здесь, что встретиться с Фудзимото? Жаль тебя расстраивать, но его сейчас нет. Я это, кстати, все прекрасно помню. Представляете? Стоило понизить... Стоило ограничить игру в 144 кадрах, и сразу стало все хорошо. Внезапно. Если у тебя назначено на это... Время встречи, что ж, можешь подождать. Его немного, у Фудзимото есть привычка таймить людей ожиданием. А когда он вернется? Разве я похож на того, кто в курсе? Я даже здесь не работал. Ну, то есть вообще никто не работал. По крайней мере, сейчас. Если ты собирался встретиться работников Фудзимото, что я опоздала на неделю. А что случилось с работниками? Что не в курсе? Здание сейчас, может, и выглядит как город-призрак, но раньше оно было домом для очень прибыльных предприятий. Это были те виды бизнеса, которые приносят очень большой доход, но исключительно наличными. Если ты в курсе, о чем я. Фудзимото управлял бизнесом, предпочитая прибыль морали. Делал это по старинке с древнейшей в мире профессией. Проституция. Местные власти закрывали на это глаза, пока получали свою долю прибыли. Так, мне нужна хентай-версия этой игры. Но с тех пор, как наш город выбрали для проведения предстоящих летних игр, люди сверху начали пересекать подобную деятельность. Пересекать, да, конечно, именно так. Вернее, пресекать.
Фудимот решил прикрыть лавочку для, до того, как вмешается полиция, поэтому здание сейчас пустует, а лучшие массажистки района сидят без работы. Но их потеря твоя выгода, не так ли? Именно поэтому ты встречаешься с Фудимото. Насколько я могу судить, он пытался замести следы. Но позволь дать совет, люди так просто не меняются, если захочешь. Чтобы все было кристально чисто, придется идти против ветра. Ты кто? А, просто заинтересованный гражданин, раздающий бесплатные советы. Мы закончили сплетничать. Я просто пытался убедить тебя, что Фудзимото, вероятно, отчаянно старался заполнить это место каким-нибудь бизнесом. И кто бы ни занял это место, он, скорее всего, понесет убытки в обозримом будущем. Можно накопить очень много денег, если не брезговать сомнительными источниками, а Фудзимото уже давно не волнует, откуда берутся его деньги. В любом случае, я сказал уже слишком много. Приятной встречи с Фудзимото. Вали, чел. У вас же не видно Верлея, правда? Да, у вас не видно Верлея, ну тогда ладно. А все хорошо. Дурацкая игра выдает мне 1600 кадров. Без ограничителя. Кто писал эту хрень вообще? Да, давайте я покажу даже. Я сказал, я покажу. Покажу. Видимо, не покажу. Прости, что заставил ждать. Приятно встретиться с тобой лично. Стоит признать, я немного удивлен видеть здесь такую юную особу. Но похоже, что развлечение — это игра молодых, особенно когда доходит до управления талантами. Очень интересно. Да ладно тебе. Какие мы скромные. Каким-то образом, даже несмотря на твою квалификацию, это звучит правдоподобно. Большинство людей бла-бла-бла. То есть тех людей, которые бла-бла-бла. Если ты в курсе, бла-бла-бла. Так или иначе, бла-бла-бла. В любом случае, бла-бла-бла. Такая щедрость для меня не характерна, так что не привыкай. Что тебе, какая тебе выгода? Просто нужна дура. Нужен кто-то, кто займет эту площадь. Правда, рановато об этом беспокоиться. Я не знаком с индустрией развлечений, но уверен, ты никто без своих фанатов. Будет жить какая-нибудь группа или умирать, зависит исключительно от размера фанатского сообщества. Чушь. Зависит от количества вливаемых в них денег. И рекламы. Следите за бла-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 бла. Ну, ладно, круто, чё, давай работать. Не ожидай, что будешь часто меня встречать. Ха, я только за. Не переживай, я не спонсирую другие группы. Вкладывать деньги в компании, которые могут конкурировать между собой, это против моих интересов. Я бы поспорил с этим утверждением, потому что ты вливаешь деньги в одну группу, ты вливаешь деньги в другую группу, и они замешиваются в одной такой химической колбе и аккумулируют еще больше бабла. Вот, 6 миллионов иен. А можно мне иены убрать? Вот бы было здорово. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Мне каким-то образом надо ограничить эту дрянь. Потому что, ну, да, нет, без ограничения мне не надо. Применить. Да, 144 кадра сейчас я ограничиваю ручками. Выключаем ограничитель. Выключаем ограничитель, что мы видим? Пока все хорошо. Более-менее. Ладно, сойдет. Сейф. Новый. О, процессор начал прогреваться. Так, все, я засейвился, да? Ой, дурацкий сайт-скроллинг, ненавижу. О, какое меню, ты че? А, так это в меню только нет ограничителя. А здесь он, да? Здесь есть. Походу нету. А нет, есть. Да, все-таки есть. Ну и хорошо. Выступление, продвижение, спа-терапия. Ах, как давно я здесь не был. Так, обучение меня отключили, да? Ну, будет мой офис. Офис, так, маркетинг, производство, бла-бла-бла. Ира, не помню. Гардероб. Танцевалка. Будете танцевать. Офис, 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 офис.
Комната отдыха must have, звукозапись must have, медпункт обойдетесь, будем экономить. На медпункте. Экономить. Две. Где музыка? Я тебе погромче что сделаю. Чуть-чуть. Хотя я могу сделать погромче себе. А вам не надо. Мне не дают войти в свой офис. Что за нахрен? У меня лимон остался. Наверное, надо сделать так, да? Шло время. А может, и не надо. Так. Надо кого-нибудь нанять. Чтобы нанять, нужно проводить прослушивание. Построить офис, перетащить туда продюсера. Ага. Ага, все ясно. Где? С какой-то вкладки его надо было перетащить. Где? Где эта вкладка? Мне кажется, или что-то сломалось? Нет, не сломалось. Так. Киш. Все, ты работаешь с ДЭС. Найм. Так, нам нужен в офис кто-нибудь хороший. Хороший кто-нибудь в офис нужен. Ну, скажем, 20 тысяч, да? Производство либо предложение. Успешные переговоры 40. Ну, по-моему, выбор очевиден. Это вообще, в принципе, лучше во всем. Так, гардеробщица. Круть секси. Хер его. 20 тысяч. Денег столько нет. Круть секси. Так, и пока все. Пока что вам хватит. Так, ты у нас офисница, а ты гардеробщица. Все, гардеробьтесь. Надеюсь, вентилятор не отвалился. Он все еще живет на стяжке. Так. Кого-то надо было нанять. Местное. Местное. Так, она работает, все хорошо. Предпочитаемый. Автостайлинг, ладно, черт с ним. Автопредложение нету, да? Все, тут все хорошо. Бжж, быстрее. Так. И кого нам дало? О как. По-моему, с ней что-то не так. Непробиваемая, не спрямчена к травле. О, ха-ха-ха. 13. Что-то маловато как-то. 15. Танцует хреново. Обучение идет на 30% быстрее. Нихера себе прикол. Ну ее, слушай, ее просто потанцевать. Вернее, научить танцевать и вообще пушка. Кто остальные? Что это за приколдеза? Что это такое? Ты уже все, ты не котируешься, тебе слишком много лет. Ты кто? Тревожная дрянь. Штраф ко всем харкам. Капец, вы что, прикалываетесь? Не. О чем речь? Что? Что это? Высокомерная мразь, которая ничего не может. Но это не смешно, не. У нас есть фаворит. Мы берем ее, остальные мне не нужны. Ну, в целом можно взять и эту. Да, почему нет, ладно. Будешь с ней танцевать, будете вдвоем танцевать. Ляжками дрыгать. Сора, Конака, Канака. Все говорят, что я быстро учусь, обязательно. Люди говорят, что индустрия бывает довольно жестокой. Не врут, снимай штаны. Шутка. Так, у них автостайлинг там работает, да? Хорошо. Так, мне надо было научить кое-кого танцевать. Мне нужен персонал. Может быть, даже вот такой. Сколько стоит? 56 тысяч. В неделю!
Нет, чел, это перебор. 2056. Понимаю. А что значит производство? Производственные задачи. Давай-ка лучше будешь тренировать нашу мисс хреново танцующую. Так. Здрасте. Чё? Чё надо? Нужно обсудить ситуацию с политиками организации. Ага. Нужно установить ряд рекомендаций о том, как девочки должны вести себя. Ага. Ну, что-нибудь придумаем. Отлично. У меня есть список. Отлично. Это шикарно. Шикарно. Великолепно. Ничего из этого не определено окончательно. Чем дольше вы остаетесь верны одной политике, тем больше людей ожидают определенных вещей. Думаю, молодая организация, у нас есть возможность экспериментировать. Понятно. Так. Давай-ка ты мне список выдашь. А? Какие дела и предложения вы считаете наиболее перспективными? Сложно сказать. Фото... Либо реклама, либо фотосессии. Я думаю, что все-таки, наверное, реклама. Требует подписания трехмесячного контракта. Они могут быть хорошим источником постоянного дохода. Рекламный контракт — это ответственность. Если компания убирает айдола для представления своего бренда, то любой скандал, которым он будет увлечен, может привести к негативным... Срать. Заниматься рекламными предложениями. Да. Звучит хорошо. Это попытка... Будут поступать другие. Ладно. Недавно... Бренд «Ядерная башка». Какая аура должна быть у нашей группы? Собачь, секси, сексуальная. Отличная мысль. Секс продает, это верно. Следующий вопрос. Типа фанатов, которых мы пытаемся привлечь. Бунтарский. Да, отлично. Теперь к вопросу о новых талантах. Можем проводить проверку биографических данных в процессе найма. Более строгая проверка сделает процесс приема на работу дороже, но поможет отсеять более... Вернее, больше нежелательных. Тщательно проверяйте все вообще прям. Не жалеете денег? Не жалею. Еще нам нужно поговорить о социальных сетях. Так. Да, пусть пишут, что хотят. Разрешение размещать публикации должно повысить активность. Отлично. Сегодня мы можем придумать, что делать с прямыми трансляциями. Да похер, пусть хоть что стримят. Пусть хоть ноги раздвигают, мне насрать. Без речений, да. А еще один момент, нужно определиться с политикой свиданий. Роман может сказаться на самом айдоле. Свидания могут привнести эмоциональное занятое падение. Какую политику мы выберем? Есть что-то среднее? Известно, там, скорее всего, ничего не сможет сделать с ситуациями, когда роман происходит внутри самой группы. Оставить неопределенность. Лучше держаться подальше от этой темы. Финансы. К зарплатам, если быть конкретнее. Повышение так. Как с зарплатами? Держать удовлетворенность на умеренном уровне. Вот и все. Чего тебе надо? Они так и не поменяли, кстати, спрайты. Они все такие же людские. Чему-то помешало? Совсем нет. Мы как раз заканчивали обсуждение групповых политик. Безопасность мероприятий. Отличный вопрос. По-хорошему следует определиться с чем-то там. Нужно придумать бла-бла-бла. Хардкорные фанаты не очень любят охранников повсюду. Но с хорошей охраной девочки будут чувствовать себя в безопасности. Нормальный. Так. Если конкретно зависит от танцевальных движений, фанаты могут видеть больше, чем им следует. Будь приятно видеть, короткий. Шорты. Хороший компромисс. Вообще отличный. Все, за дело. Что? Когда доходит даже выступление, что важнее качественно... Баланс, умеренность! Имеет смысл. Все. Я составлю список групповых политик на основе бла-бла-бла. Все, валите нахрен. Так. Авто...
Что за никнейм, братья? Что это? Стань. Так, как тебя засунуть? Что от меня? А, тебя причесывают. Не, ну ты не танцуешь. У нее вот это, кстати, страдает. Это надо исправить как-то. Общаться. Автотренинг. О, вот это вот тебе надо. И танцы ей потянуть надо. У этой вообще жопа. Ну, в смысле, у них обеих жопа, конечно. Но танец и вокал тут надо подтягивать. Иначе так капец. Ускоримся. Маленько, ты чего сидишь без дела? Она что-то исследует там. Кредиты, контракты. Контракты. Их нет. Кредиты. Их нет. У банка ни у кого нет. Фудзимото дает нам кредит бесплатно. Что ж, хороший кредит. Очень хороший кредит. Так, куда тебя отправить, тварь такая? Куда бы ее отправить? Ну, танец с вокалом у нее более-менее норм. Где ей прокачать юмор вообще? Как? Где? Зачем? Почему? Содес. Мы пообщались. С этой вообще пообщаться нельзя. Больничный семенеч. Что? А. И можно вкатить. Зачем тебе больничный? Она же не пост... 86. Что? Это неважно. Ее там постоянно, что ли, марафетит? О, так-то лучше. Так, давай. Хаджиме, давай. Тренируйся, тварь. И чтобы вышла натренированной. Иначе я тебя закопаю. Нахрен. Что? А, разговор. А, непринужденная беседа. Как жизнь? Есть мнение у некоторых свежих слух. А также выяснили, что она имеет коллекцию бабочек. Incredible, конечно. И вероятно был. А, это еще и с юмором жопа, да? Понимаю. Ну, юмор вам не нужен. Юмор вам не нужен. Ты тренируешься. Понимаешь, ты тренируешься. Все, тренируешься. Тренируешь свои дурацкие танцы. Инстантно. Это жоп, посмотрите, как у тебя идут дела, как прошла первая неделя на работе. Все, в порядке. Это хорошо, будешь как рыба в воде. Немного зачарован тем, что ничего не слышал тебе по своему каналу. Ты, конечно, можешь сообщать мне напрямую о своих успехах, но всегда веселее слышать, как люди в округе упоминают предприятия, в которых я замешан. Тебе будет интересно, бла-бла-бла. Я также говорю, ну, очень интересно. Все, это очень круто, молодец. Хорошо для тебя, хорошо для меня, я не сказал бы. Ну и просто по-человечески, если я тебе помогаю, то и ты мне поможешь, да? Нет. Это как все, отстань. Надоел. Дай поиграть мне в геймплей. В конце концов. Что это такое вообще? Кошмар. Кошмар. СНС. СНС. Так, ну политики понятно. Продвигаем вот эту дрянь. И вот эту дрянь. Это же просто. Так, дело приложение рекламы. Ну, это понятно, это просто политики. Так, исследования. Исследования идут. Исследования идут, но тут ничего не поделаешь, да? Ничего не попишешь, не поделаешь. Понимаю. 290, 380, 380. А что ты можешь открыть вообще? Все закрыто. 430. Странно. Текст. Ага. 430. Понятно. Так. Выборы. Турне. Мэ. Так, новое шоу. Телевидение. У нас слилось 90 в неделю. Жесть. Ну, можно на радио, конечно, вступить. Так, синглы. Ага. Понятно. О, левелапаются девчонки. Отлично, отлично. А, это активность. Тьфу ты. Выступление. Плюс 19500. Hell no. Вернее, почему бы и нет? Почему бы и нет? Если нам за это дают деньги, почему бы и нет? Вот бы еще разок так сходить. Где количество фанатов? По нулям чисто.
Понимаю, понимаю. Ну, мы сейчас сингл запишем, и все, и огонь, и мы просто в шоколаде будем. Я тебе говорю. Так, где ты, дрянь? Ты какого хрена? Иди танцуй, скотина такая. Надо с ней потрындеть. Что это такое? Стайлинг. Я могу менять и одежку, прическу. О, огонь. Так, у вас должны быть одинаковые. Все говно. Пантики дурацкие. А, и все, что ли? Не, я так не играю. Что это такое? Что это? Будешь ходить в этом. Есть форма какая-нибудь классная? Она просто тупо разноцветная. Капец. Да иди в жопу. Не, так не надо вообще. Что за бред? Что за бред? Эту там все марафетит. 20-20-20. Красота. Вот уж действительно красота. Ты что-нибудь нашла? О, 409. О, все, 500 очков. Так. Бунт. Что это вообще такое? Текст, сингл, медиа-жанр. Музыка. Почему бы нет? Почему бы и нет? Так, и вообще, денег мне и сингл мне. Будешь вот так называться, мне этого хватит. А есть рандом? О, отлично, отлично, пойдет. У меня все названия, знаешь, 1, 2, 3 там. Чем придумывать какие-то дебильные названия вроде Space of my mother, бла. И когда есть замечательные цифры, упорядоченные, красивые, замечательно шикарные, просто спокойные, классные, ровные цифры. Это же, ну, это же просто. Так, жанр. Что за нахрен? Мы нельзя, да? Нельзя продолжить, все заблокировано, идите все в жопу. Понимаю, понимаю. Ладно, черт с вами. Радио. Можно на радио выступить? Музыка. Модный. Сто. Лимон. Вы че? Ведущий новичок. Похер. Вся группа. Вот это вот плохо. Но. Ну и хер с ним. Проканает, надеюсь. Давайте, погнали. Производство, концерт. Что это? А, концерт, а не концерт. Будешь ты заниматься. Получилось? Да? Да? Получилось же? Хорошо. Идеалистический менеджер. Может быть, поиграем в него, кстати, попозже. Подольше. Оп. К сожалению, элегантный. Да и хрен с ним. Там-то какое дело. Мы тут девчонок марафетим. Может, третью нанять, я вот думаю. Хотя зачем нам третью? Нам и двух хватит. О, красота 21. Красота, красота. Все, тут уже отлично. Так, подожди. Отмена. Автотренировка. А какого? Странно. Ладно. Нельзя. Сказал стоять. Так, нельзя, говоришь, да? А это не прокачивается, что ли, или что? Что за хрень? Почему? Очень странно. Ты почему не прокачиваешься? Я же сказал, вот это. Какого черта? Ты почему? Почему? Вот дерьмо. Ладно, хрен с тобой, отдыхай. Так, вы там что-то закончили, да? Еще выступать надо.
Так, с производства вот двоечка. Вот занимайся производством. Так, почему никто не танцует? Чего у тебя там с выносливостью? 97-97. Шурой танцевать. Все, всем танцевать. 10 часов. Ой. Ой. Не, у меня нет денег на ветпункт. Ни хера себе, а что так можно было, да? Целый театр забубенить. Чисто сидит, там журнальчики читает. Давай, марафеть, марафеть эту дрянь. Давай. Раз уж она ничего не делает, будешь тогда ее марафетить. Что, я тебе зря деньги, что ли, плачу? Ёлки-палки. А, кстати говоря, у тебя же... Прощайте, 120 тысяч. У тебя же кое-что прокачалось. Так, фотосессию берем. Мы берем рекламную кампанию. Почему бы нет? Мы берем крутой промо-ролик. Эх, надо было непристойно брать. Ну ладно, черт с ним. 432. Ну я подожду. Подожду. Команда собрана. Уга-га-га. И что? И куда? Зачем мне синглы? О, запуск. Понимаю. Ну, как бы, первый блин, он всегда квадрат. Можно без этого дебильного сайт-скроллинга как-нибудь обойтись, а? Прибыль минус 12 тысяч. Вот же жопа. А можно эти активности как-то на автомате запускать? Что это такое? Ой. Ой. А, это есть активности. Понимаю. Понимаю. Так, продвижение. Плюс фаны. Будут фаны, будет радость. Плюс фаны. Вот, тут можно очередь фигачить. Отлично, отлично. Так. Кто-то не дотанцевал. Здрасте. Просто собирался отметиться, что все-таки уже месяц тут работаю. Месяц? Что? Решил убедиться, что мне удается... Если не против, давайте немного поговорим по поводу того, что я делал правильно. Ты отлично справляешься. В последнее время каких-либо конкретных задач... Следования важны, бла-бла-бла, но мне не представляю, бла-бла-бла, я буду делать бла-бла-бла, очень интересно, давай ближе к телу. Все, молодец. Еще я отсюда. Заколебала. Так, ты не дотанцевала. Танцуй, твою мать. Автотренировка. Секси. Сексуй. Че? Ничего не происходит. Я так не играю. Иди. Ты марафетиться. Будешь марафетиться. Так, 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 так. Фанатов, фанатов побольше, фанатов. Больше фанатов, больше веселья. Соточку, что ли, вот я думаю, набрать. Было бы прям здорово. 65, это маловато как-то будет, что ли. Что? Пока ты работал, управляю, пожимал руки, видишь, у меня есть друг, который работает, бла-бла-бла. Удалось подкинуть ему идею про шоу, где продюсеры из разных групп соревнуются друг с другом. В чем подвох? Ищешь подводные камни. Подобного рода скептический инстинкт хорошо тебе послужит, но ничего серьезного. Если конкретно у тебя должно быть достаточно талантов, чтобы оправдать название группы. Все, иди в жопу. Ой, не хочу. Че пропуск? Так, улучшить эту хрень. Все, ясно, все хорошо. Влияние подросло. Кстати, да, с ними же надо еще разговаривать. Общаться.
Да. Все, соточка есть. Соточка есть, это значит, что все хорошо. Отжимаем, да. Автотренировка, танец. Вот стоит танец, как хрена ты не танцуешь, тварь. Ненавижу этих людей. Так, кстати говоря, по поводу людей. Мне нужен персонал. Деньги. Мне нужен персонал. Мне нужен персонал, который занимается вот этим. Райз. Нет, ты будешь все-таки тренером. Будешь тренировать. Где ты, гадкий тренер? Все, иди, иди тренируй. Тренировать ты будешь кого? Конечно же, того, кто не умеет петь. То есть ее. Отойди, марафется. Давайте быстрее. Мы и так в жопе, кстати. Такс. Влияние. Найти компромат. Сплетни отношения, понятно. Поговорите с женой. Непринужденная беседа. Будем дружить. Признается, что недавно играла в новую видеоигру и тратит несколько минут на рассказ ее хобби. Вы также выяснили, что она владеет мощным телескопом. Молодец какая. Телескопик, да? Прикольно. Обосраться просто. А почему у нее восстанавливается, собственно, это самое? Вот это вот самое. В смысле минус 50? Слушай, я тут что вспомнил? Автопредложение. Деньги. Нужны деньги. А для этого вам нужно выступать. Понимаешь? Выступать. Много выступать. Выступайте, твари. Так, 13 тысяч. 13 тысяч, это тебе не это самое. И не то, и не это. 4 эпизода. Усталость 3%. Фанов 0. Это вы, конечно, да, это круто, да. 13 тысяч. Сейчас еще и в плюс выйдем, смотри. Сейчас запросто. Кстати, слышь ты. Иди пой. Так, все, мы в плюсике. Что такое? 16 день рождения. Ей уже 16. Ха-ха. Вот это вот плохо. Вот это хорошо. Минус 147 тысяч. Е-е-е. Крутотень. За эту 160 платит. Ну, почему бы и нет? Переговоры? О, как. Прикольно. Прикольно. А что, она все, да, исчезла? А, нет. Без дела. Ты что, бездельничаешь, тварь? Так, давай-ка мы тебе поднимем вокал, что ли. А ты, ну, это там, ну... Что вот с ней сделаешь? Иди танцуй тогда, что ли. Чисто без дела. Без дела. А, автотренировки не нужны. А думаешь, кому не нужны вообще тренировки дурацкие? Да, может быть, я не снял игру с паузы. И что с того? Они все равно должны сразу туда попасть. Я, кстати, вот что думаю. А может быть, увольнять персонал? Нанимать заново? Дешевле выйдет? Ну, мало ли, как бы. О, 102 тысячи. Так. Ну, вот это, конечно, да. О, вот это концепт. Вот это я понимаю. Вот это нормально. 17. Вот это хорошо. Так, что тут тебе выбрать такого? Так, что такое выбрать? Любовь. Бунт на корабле. Радость. Одиночество. Сойдет. Так, ты. Цифровой релиз. Непристойный промо-ролик. Так, что еще тут есть? А, все. Пока хватит. Так, ты сексуальный. Дальше.
ты тоже что-то можешь? Да ладно. Прикольно. Но мы играем только вот это и металл. По-другому никак. Вот просто смиритесь, по-другому никак. Ох, как игра затягивает. Я уже 40 минут прохерачил. Надо же. Бывает, оказывается, и такое. Так, ты вокализируешь, ты танцуешь. И зарабатываете мне много-много бабла. То мы что-то в минус уходим. Что-то мы уходим в минус. И мне это нифига не нравится. О, уже две можно запихать. Хорошо. Так. Прокачать не дают. Отстава. Что-то выполнилось или мне показалось? О, производство. 4. Пойдет. Пойдет. Почему нет? Денежки. Денежки, 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 денежки. Почему нельзя поставить это говно на автомат? Просто ненависть какая-то. О. Да. А что это? Слава какая-то. Ну да пофиг. О! Здесь ты еще не успел развалить этот бизнес до основания. Ненавижу быть гонцом плохих новостей, но знаешь, что ты в курсе. Теперь, когда пришло некоторое время, это вероятно заметить, что дополнительный трафик от местных жителей начнет падать. Твоя группа больше не в новинку для окрестностей. Можно сказать, что медовый месяц закончился. Но послушай, у тебя же непростое предприятие для местных. Есть целая страна, черт возьми, целый мир фанатов, ждущих, чтобы их впечатлили. То, что превратилась ядерная башка под управлением, это не то, что я дал тебе. Это то, что ты создала сама. Создала сам. Понимаю. Я непременно собираюсь видеть, что ты можешь достичь. Вернее, чего ты можешь достичь. Перевод нервно курит в сторонке. К чему он это вообще? Да-да. Вот это плохо. Но разница не шибко большая. Поэтому почему бы и нет? А что с перезапуском? Что не так? Что? Плюс 10 тысяч. Прибыль минус 12 тысяч. Как это работает вообще? Фигня какая-то. Ну, понятно, что прибыль отсюда капает. Мало физвыносливости. У кого? Кто страдает? Ты страдаешь. Отдыхай. Отдыхай. Ненавижу эту дрянь. Будем качать с ними отношения. Почему нет? Будем с ними дружить. Мизинчиком этим утром ударилась. У нее есть брат, работает художником комиксов в жанре сёдзи. Надеюсь, это была отсылка к Жоже. Что? 73 тысячи. 76 тысяч. Меня устраивает. Предложили 76 тысяч. Вполне себе, я считаю, неплохо. Неплохо. Деньги, 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 деньги. Нужно больше, больше, больше денег. Сингл. Мы можем зафигачить сингл? Правой. В качестве рока. Унт сексуальный. Можем? Кайф. Так, ты у нас топка. Ты будешь топкой. С вокалом у нее, правда, беда. Нет, тогда топкой будешь ты. Будешь на подпевках. Ну, это, конечно, да. Ладно, пойдет. Текстом занимаешься ты. Определенно. Тут вообще без вариантов. Ой, я зря нажал. Ну, ладно. Сойдет и так. Фанов побольше надо. Что? Уничтожить? В смысле уничтожить? Зачем? Деньги. А, кстати, надо им спа-терапию устроить. 10 тысяч! О! Ладно, черт с вами. 10 тысяч.
Медиа ожидают. Подожди. Надо было нажать, да, перезапуск? Понимаю. Текст написан. Так, музыка. Ну, ясно, все понятно. Кто чем занимается. Зачем я ему плачу вообще? Чисто мутный чел какой-то. Ища. Хореографов надо. Надо все качать вообще. Надо качать все. Вечеринка. О, подождите. Жанр. А зачем мне менять жанр? Или что за жанр? Путешествие, хоть что это вообще? Похер. Сойдет пока так. Ну, наверное, вот это. Как-то похер. Энергичный. Элегантный. Уличный, твою мать. Так, вот это. Все. Больше здесь мне вообще ничего не надо. Ей! 137. 142. Почему бы и нет? Так, стоять. Ты поешь, а ты красишься. Почему нельзя ее переключить с вот в этом? Да. Почему? Странно. Очень странно. Причем она не прокачивается. Такая вот фигня. Так, шесть. Ну, понятно, да. Все песни писал прот. Чисто продюсер всем занимался. Да. Мало физвыносливости. Ну так отдохни. Кто ж тебе не дает-то? Так. Это, я так понимаю, да, физвыносливость. Ну, будешь ты тогда плясать, танцевать, дуй. Кожаную флейту. Хотя, и не факт. 35 тысяч. Лучше бы завелись тут массажный салон. Ну, серьезно. Было бы круче гораздо. Что-то с выносом у нее, конечно, да. Беды какие-то. Ну, ничего, подождем. Подождем. Песня записана. Отлично. Танец. Да она даже танцы делает лучше, чем эти бездари. 59. Не. 71 тысяча. Давай вот ты. 71 тысяча меня вполне устраивает. Я даже разрешу вам один раз отдохнуть. Почему бы и нет, как бы. Плюс 10 тысяч. Только у нас опять минус 50. Как это происходит? Чёртова загадка. Так, мы получаем 2000 от этой херни. Это уже хорошо. Это значит, что мы в плюсе. Но только девчонок хрен прокачаешь, я так понимаю. У них растет влияние. Наверное, это хорошо. Что с синглом? Так, все, да, мы все написали. Релиз. Прибыль всего каких-то 12 тысяч. Ну, 13, ладно. Ну, что тут сказать? Пойдет? Немножко фанатов приобрели. Так, давайте генерируем следующий. Цифровой релиз. В жанре металла. А любовь. А сексуальный. Ну, что-то какая-то целевая аудитория просто жопа полнейшая. Вот это выглядит более интересно. А черт с ним, пойдет и так. Такс. Икимас. Да. Продюсер-сан,
Че она грустит? Ты че грустишь? Физическая выносливость 2 очка. 30, 17, 27. Ну, как бы, ну, да. Так, танцы с вокалами 17, 17. Меняем местами. 14, 16. Все ясно. Все ясно, все понятно. Давайте так. Занимайся, занимайся, что тут сказать. Минус 30 тысяч. 55, 57. У этой выноса нет вообще. Вообще. Ей прям отдых очень нужен. Слушайте, мне нужен дурацкий медпункт. Где он? Лимон! Да вы рехнулись, что ли? Лимон! Где я вам лимон раздобуду? Вы че? Вы че? Вернее, что? Да. Что там с исследованиями? Да. А, и похер. И так сойдет. Ждем бабла. У нас минус 118 тысяч. Так, мы написали песенку. Отлично. Занимайся маркетингом. Вообще, маркетинг надо дать ей, чтобы ее просто качать. Вообще, срать на деньги, срать на все на свете. Ее нужно просто прокачать. Но нет. Мы слишком мало зарабатываем для того, чтобы ее качать. Что это, они ругаются, что ли? Девчонки, не ругайтесь. Иначе я обоих уволю. Да. Иди, пиши, танцуй. Минус 200 тысяч. Как это получается у нас? Музыка, и будешь заниматься ты. Мне похер. Пусть качаются. За что-то же они получают деньги. Так-то, по идее, я могу их нахрен уволить всех вообще. Слушайте, это отличный план. Отличный план. Очки скандала. Так, вы идете нахер. Вот эта мадам делает нам деньги. И мне это нравится. Сейчас они музыку допишут. Ну, ладно, ладно, музыканта оставим. Но этих двоих в расход. Потому что мне это нахрен не сдалось вообще. Как оказалось, это бесполезный бред. Я даже марафетить вас не буду. Зачем? Зачем эти страдания? Зачем мне эти комнаты вообще нужны? Бредятина какая-то. И мне никто не вернул бабки. Мне никто не вернул бабки. Танцевать она их тоже научит. У нас есть мега удобный и прокачиваемый уни-солдат, уни-сол, который сделает все. Вот ты. Очки скандала. Чтобы уволить сотрудников, нужно либо предоставить им выходные пособия, либо повесить на них несколько скандалов. Ладно, как это сделать? Как мне предоставить им пособие? А, подожди. Хера себе у вас зарплата. Слушайте, вы не зажрались? Хотя, что-то... Вообще-то ладно, пойдет что. Так, но я не об этом. Контракты. Их нет. Кредиты, их нет. Да. Как мне... Зачем я их нанял? Кошмар. Их ведь уже не уволишь. Они все равно получают зарплату. Говно, жопа. Ненавижу. Провал делового предложения. Ах вы твари. Банкротство через 20 дней. Ну я... Кредит возьму, ладно. Черт с вами. Иглом что? В процессе. Хорошо. Пусть работает. Что? Некоторые родители жаловались на песни ядерной башки, утверждая, что тексты группы вдохновляют мятежные настроения и побуждают бросать вызов авторитету правительства.
утверждать, что тексты песен не являются политическими. О, очки скандала. Отрицание вызывает волну постов от людей, смотрящих о том, что... Отлично. Да довольно трусливо с их стороны, если они пишут тексты, которые что-то значат, им не следует этого отрицать. Они, небось, сказали это, чтобы злые предки от них отвалили. Ха. Чувак 60-го года. Почему эти руны видят во всем политику? Потому что все вокруг... Вернее, все вокруг и есть политика. Сходи в школу. Забавно. Так, ну, у нас есть очко. И мы можем это очко... Нет, не расширить. Нет, отстаньте. Так, кто жрет много денег? 32 тысячи. И ты получаешь зарплату в 32 тысячи. Ты прощай. Отлично. Минус прожорливое хлебало. Минус прожорливое хлебало. Теперь мы можем жить. Хоть как-то. А, придется брать сраный кредит, походу. Что мы не потянем вообще никак. Слышь, Фудзимото, дай на месяц 1300. Ладно, 400. Ладно, на 3 месяца. А 33 тысячи. Ладно, сойдет. Спасибо, Фудзимото. Помог. А то мы в жопе так и окажемся. Крутонь. Так, синглы. Все хорошо? Все хорошо. Релиз. Все каких-то 11400. Ну, они на этом учатся. Они на этом качаются. Так что все, в принципе, хорошо. И мы сейчас пойдем замутим что-нибудь эдакое про музыку с новичком-ведущим. Со всей группой, конечно же. Ну, как-то так. Ну, 20 тысяч, я очень сильно сомневаюсь, что мы потянем. Но хоть как-то. Концепт. Концепт отличный. Вообще, у нас есть концептер замечательный. Концепты жарят только так. Минус 120 тысяч. Да как вы это делаете-то? 110 тысяч. Но мы фигачим по 10 тысяч, как бы. По-моему, нам нужен кто-то третий. Потому что что-то денег не хватает нифига вообще. Хотя, если мы наймем третьего, то денег будет не хватать еще больше. Так что третий нам нахрен не нужен. Ой-ой-ой, что-то я засиделся, а вылезать так неохота. 80 тысяч. Еее! Сора прокачалась наконец-то. 100 тысяч. И Хатанака тоже. Отлично, отлично. Так, девчонки, слушайте, ну... У вас есть комната отдыха, отдыхайте. А ее нельзя сюда... Ну и ладно, ну не надо. Подумаешь. Так, бюджет 20 тысяч. Производим. Качаем производство. Путь. Давайте, давайте. Вам отдохнуть надо, я вижу. Ифанов. Минус 300 тысяч. Что это они делают? Вы мне это... Не надо тут мне это... Или надо? Ну, поближе к камерам стойте тогда. Ура! Бабки! Бабки. 45 тысяч пойдет. Так, стоять. Все, можно... Что такое? Что? Пс. А. Слушайте, ну, дайте в банке кредит возьму. Чё, 400? В смысле? Кредит разработки? Какой разработки? Да, ничего разрабатывать. Ну чё? Черт с вами. Так, цифра, металл, одиночество, сексуальное одиночество. Все, шикардос. Стандартный набор у нас тут по-другому не бывает практически. В смысле? А, она занята. Ладно, подождем. Чего уж там.
Что-то с деньгами у нас какая-то беда. Небольшая. Крошечная, я бы даже сказал, прям что-то. Чуть-чуть не хватает. А кредитом занимается. Так если мы сейчас кредит на 400 тысяч возьмем, мы же не потянем, ни хрена. Ого. Давай. Это еще проваливает. Так, ну мы в плюсе были недавно. Кошмар. Что? Да что? Ага. Напиши. Минус 300 штук. Ну как так-то? 6 дней. Как в той великолепной ачивке. Играл в визуальную новеллу, проиграл. Ладно, фиг с ним. Позже разберемся. В общем, продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.